На Тюменском тракте под Богдановичем неизвестный автокиллер убил наповал 23-летнюю девушку и трусливо удрал с места трагедии. Убийственный наезд произошел в пятницу 21 марта около 6 утра. Обстоятельства происшествия таковы. На 89-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень обнаружен труп неизвестной женщины. Водитель неизвестного автомобиля совершил на которую наезд. Попутно следственные органы выясняют, как погибшая девица ни свет ни заря оказалась в погибельной точке пространства на дороге. Органы просят очевидцев смертоносного наезда на Тюменском тракте позвонить в Богдановичский отдел полиции или в дежурную часть областного управления ГИБДД. Телефон на экране. Конфиденциальность изобличающего звонка гарантируется.